Мию. Сделать урок интересным и эффективным. Преподаватель английского языка Елена Гирина выстроила конкурсное занятие на основе игровой технологии. Педагог преподает английский язык в Захаровской школе уже 4 года. Есть свои наработки и авторские задумки. Конкурсное занятие было построено в форме игры. С обязательным интерактивом ребята смотрели фильм, а также писали письма в виде сэндвичей. Конечно, приветствуется использование технологий современных, но я пересматривала, когда готовилась к урокам, что бывает такое, что и нет такого оборудования, и само мастерство учителя – это уметь без дополнительных материалов и средств объяснить так тему, чтобы у детей глаза заблестели. Во втором этапе районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года» участники проводили занятия по информатике, истории, математике, обществознанию и физкультуре. Учитель приглашался в незнакомый класс, в новую для себя аудиторию. На каждом уроке присутствовало жюри, которое оценивало работу преподавателя. Уже 12 декабря конкурсанты встретятся в третьем этапе соревновательного марафона. Он состоится в учебно-методическом центре развития образования. Учителям предстоят защита проекта, разбор психолого-педагогической ситуации и анализ учебно-методического комплекса. Финал районного конкурса запланирован на февраль 2019 года. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».